Итак, сегодня 30-я часть игр GTA San Andreas. Так, стоп, сегодня мы продолжаем обзор. Так, стоп, только забудьте про Ивана Гамаса. Сейчас мы доедем. Так, бегун-то сейчас убьют. Они сейчас нас дерутся. Так, Бати Петров спросил на комментариях. Выключить, не включать радио. О, едем. Так, ладно, пассажирка. О, где салон татуировок. Отлично. Нет, мы не доедем, потому что на этой районе там находятся банды, поэтому мы не сможем там доехать. Они расстрелят на автомобиль. Лада Самара. Вот это нам надо улица. Так, там нам надо улица. Так, вот это улица. Танцы рынка. Так, вот это едем. Танцы Юинги. Это железнодорожный вокзал в танце. А вот торговля. Вот торговый центр. Так что, пожалуйста, пишите комментарии, и я вам отвечу. Только, пожалуйста, не забывайте писать комментарии в этой видео. На 30-й части обзора ИДА. Так, мы сейчас доедем, как выезжаем в ДВ-клау. Так что я советую ездить в Новосибирск. В Новосибирске там очень красиво. Новосибирск находится в Сибири. Так, мы сейчас заедем. Юинги Стейсон. О, едем на легальный кинотеатр. О, видите, ну вот я заменил Toyota Avensis. Ну вот надо будет заменить. Ну вот нужно нам еще нужно полностью заменить все автомобили и детали. Центр конференции. Посмотрим, что за банда. Бандиты ходят по бульвару. О, ищи вот это. О, вот женщина еще видит. Так, радио выпал. Так, я не буду больше включать, поэтому канал аккаунт пользователь Вася Петров спросил. Радио, поэтому ну я так понял. Так, все видишь? Ой, так, видите, заменили на Toyota Avensis. Так, это тюнинг автомобиля.
людям, видимо, сейчас обсерваторию. Давай мы выйдем и посмотрим панораму. Давай мы посмотрим панораму. Вот панораму. Панораму. Так, видимо, панораму мы сейчас посмотрим. Вот видите, вот видно, здесь хорошо видно здание аэропорта. Сейчас посмотрим на высоту. И мы сейчас посмотрим обсерваторию. Так, давай посмотрим парк, посмотрим. А вот памятник. Тут красивое место. Видите на это здание? Как высоко. Высота. Мы сейчас посмотрим. Высота. Так, мы сейчас найдем на обсерваторию. Так, давай посмотрим, что за места. Вот люди, вот красивые девушки ходят. Вот она. Тут страшно. Лучше не прыгать. Так, лучше не прыгать. Так, нажимайте кнопку «Цик» для прыжка. Нажимайте кнопку «Цик» для прыжки. О, давай посмотрим. Хорошо, очень красиво смотрится. Так, и теперь мы сейчас идем на эту прогулочки. Вот, так что я советую ехать Так что я советую ехать в Екатеринбург. В Екатеринбурге очень красиво. В Екатеринбурге там метро. И вы можете тогда. Так что я предлагаю снимать обзор Екатеринбурга. Так что я предлагаю снимать видео для Ютуба. Снимать видео про город Екатеринбург. В Екатеринбурге намного красивее. В Екатеринбурге там метро, города, там парк, и там здания, там торговые центры, новостные парки и набережная. Вот. Так, оно гигантское. Гигантов. Мы сейчас посмотрим. Так, стоп, смотрите следующий выпуск. Смотрите часть 31.